Да мы можем посмотреть? Тогда ему здесь будет сидеть, думать. Весело. Давай скинемся. Давай, первый вопрос от Даши Ковалевой. Никита Зоркин. Помаши мне на тридцать это пожелание, видимо, я сюда в центральном секторе в красный шар. Первый вопрос от Даши. Сколько раз в день ты ешь? Ну, это по ситуации там. Могу к Манину в гости зайти на пельмешки. Что любишь кушать? Все, что я хочу, я ем. Все, что не хочу, я не ем. Ты к диетологу не ходишь? Нет. У вас очень милые фото с девушкой. Когда нам ждать свадебных фотографий? Ближайшие пару лет. Иван, скажите, пожалуйста, какая была ваша мечта в детстве? Футболистом всегда хотел. Футболистом стать? Футболистом стать. Да. Как Роналду? Ну, как Манин. Как Манин? Ну, это еще лучше, да. Кирилл, расскажите самую интересную историю о том, как вас поздравили с днем рождения. Да у меня всегда день рождения было на сборах, поэтому я его особо даже не праздновал. Ну там, я помню, в 10 лет отец подарил мне винтовку. Как вас приняли в команде после перехода, да? Ну, я считаю, здорово приняли. Здорово, да? Да. Ну, я когда пришел, подумали, что это тренер, это масштабный. Бывает, что напугал всех сразу. Я просто еще лысый сюда приехал. Как Вася? Ну, с Васей одинаково. Ну, отлично. И теперь адресован всей команде. Наша задача исполнить любимую песню. Можно использовать аудиозапись в помощь. Никита, это анонимно. Отлично. Нравится ли вам играть в СКА? В СКА безумно. Всегда мечтал сюда попасть. Мне кажется, это мечта каждого вот, мальчика, который хоккеем занимается, попасть вот в эту систему. Я понимаю, что вот миллионы хотят оказаться на твоем месте. Я понимаю это. Я один из этих миллионов, и я попал сюда. Ты зверь. У меня даже слов нет. Планируешь ли ты в Кафу попасть? Я на следующий сезон. На следующий сезон. Да, вообще безусловно. То есть ты себя видишь, да? Паре там с зубом вообще спокойно. Я с Олегом Холодильным себя вижу в паре. Олег Холодильник. Что, мне включить? Да, ты будешь петь и все, и музыку должны. Я не знаю. Здравствуйте, Иван. Знаю, что вы играли в сборной России Ю-16 на турнире 4 наций в моем родном городе Великий Новгород. Как вам наша новгородская атмосфера на трибунах? Мне очень понравилось. Хорошая поддержка, да, там? Поддержка прекрасная была. А как вообще гостиница, там, питание, катание? Ну, у сборной России всегда хорошие условия, поэтому все было на высшем уровне. Успели ли вам провести экскурсии по нашему городу? Нет, не выходили. Жаль. Все мысли о хоккее, понимаешь? А как ты сыграли турнир? Первый нет. Поздравляю. Правила еще... пирога, знаешь? Дедушка в детстве всегда говорил. Правила пирога. Кровать, курица и клюшка. Я так и правило... У меня такой же режим. Я правило трех... Кушал, спал и играл. Не, я правило трех З знаю. После тренировки надо выполнять. Заесть, запить, замять. Любую включай, и, которую ты знаешь. Он застил, застил. И поехали. Парень, ну заходите, заходите, что, помощь нам. Вопрос будет к всей команде, надо петь вместе, пойдем. Добрый вечер, всем полегче, пусть он длится бесконечно. На сегодня было хорошо. По скрипту. У вас очень милая ямочка на лице. Да. Ну тут еще пожелания есть. Желаю хорошей и прогрессивной игры. Плей-офф и взять Кубок Харламова. Ваша преданная болельщица. Зацепила меня, ослепила меня, по дороге довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Я думаю, хватит. Мы желаем нашим болельщикам приходить на хоккей, и в следующем году мы что-нибудь выиграем. Мы постараемся исправить результат за этот год, и будем радовать вас новыми победами. Все, мы закончили.